что получили право представлять Россию, это очень значимо. Мы же, как бы, они все равно дети. Где-то хочется поспать, сильно жарко. Но начинаю опять говорить, дети, может быть, мы этого не заслуживаем, но мы сейчас работаем под флагом России. На нас ответственность. Это наш бой. Это наш бой, в котором нет взрывов, нет выстрелов, смертей. Но за нами Россия. Поэтому от того, как мы отработаем, сегодня и завтра, и вчера, будут судить по России.